Какой прекрасный денек. Замечательно. Итак, дорогие друзья, всем привет. С вами Топ-Топ. И сегодня я открою вилспины 100 призовых игр. Правильно? Вы не ослышались. Это игра Forza Horizon 4. А мы приступаем. Выпадает нам BMW Z3 купе. Нам это не надо, мы ее продаем. Сто тысяч кредитов. Маловато, маловато будет. Следующий у нас выпадает Fiat. Нам он тоже не нужен. Нам нужно фиолетовая, а лучше всего желтая. 5000 кредитов. Надеюсь, что мы сегодня словим с вами желтую картиночку, где будет написано. Ребят, ну неплохо, отлично. Выбили то, что хотели. Давайте еще раз попробуем. Опа, фиолетовая. Нам это не надо. Что за Форд? Он у меня есть уже. Нам это точно не интересно. Следующие. 125 тысяч кредитов. Маловато. Дальше смотрим. 50 тысяч кредитов. Тоже мало. Так. И у нас выпадает 10 тысяч кредитов. Что-то у нас все пошло не по плану. Выпала желтая. И сейчас ничего особо не падает. 5000 кредитов. Сейчас должно выпасть синее или фиолетовое. Смотрим. Синяя выпала. Рено 5 турбо. 60 тысяч кредитов продали. Нам это не интересно. Нам нужен Мерседес. Голубой Мерседес. Именно он нам нужен в поисках. Или зеленый Форд. Смотрим. Так, Volvo V60 Polestar. Нам он не нужен. Дальше крутим. 5000 кредитов. Неинтересно. Что ж, следующий нам выпадет. Лям. Ребят, желтая лям. Отлично. Лям выпал. Супер. Неплохо. 175 тысяч выпало. Фиолетовая. Отлично. Это лучше. Это вот лучше, чем что-то могло выпасть из машины. 130 тысяч. Хотя желтые машины тоже дорого стоят, на самом деле. Некоторые. 170 тысяч. На аукционе, если выставлять, то они достаточно высоко уходят. Мега Твин. 60 тысяч нам выпало. Но там машина была Мега Твин. Не знаю, что это за машина, но все же. Могла бы выпасть. 10 тысяч выпало нам. Так, и нам выпадает GMS. Понимаю. Продаем за 12500, это просто жесть. Почему нам такое падает? Я не понимаю. Форд. Он нам не нужен, мы его продаем. Дальше смотрим, что нам выпадет. 140 тысяч, уже неплохо. Уже неплохо. Давай 250 или 200 тысяч. А лучше желтую и машину желательно. 7 тысяч нам выпадает. Очень мало. Смотрим дальше. 200 тысяч выпало. Ну, нормально. Отлично, я бы так, даже так сказал. Форд Шелби. Он у меня есть, мы его продаем за 37500. Дальше смотрим. 90 тысяч кредитов. Но это уже не машина за 12500 кредитов.
Дальше смотрим. О, почти форт. Вот нам нужен был полицейский форт. Он нам не выпал. Нам выпало 15 тысяч. В поисках Мерседеса Е63-го. Или форт полицейский. Ну зачем нам Renault? Ну зачем она? Продали. За 12500 ушла. 5000 кредитов выпало. Ну что это такое? Где моя удача? Где моя удача? Chevrolet Corvette. Он нам тоже не нужен. Продали его. Крутим дальше. 10000 кредитов. Маловато. Маловато. Нам надо 200. А лучше всего лям. 25000 кредитов. Смотрим дальше. 5000 кредитов. Как-то маловато. 75000 кредитов. Мало. Что-то не сыпет. 40000 кредитов. Вообще не сыпет, ребят. Ужас какой-то. 7000 кредитов. Не сыпет. Сейчас посыпет. Опа, Aston Martin. Он у меня есть за 200000 кредитов. Продали. Но 200000 кредитов выпало. Хорошо. Jaguar. Он нам не нужен. Но мне вначале понравилось то, что выпало желтое авто, а потом еще и лям выпал. То есть желтый. Понимаю. 100000 выпало. Начало было замечательное, а вот сейчас не сыпет. Subaru Impreza. 15500 продаем. Дальше крутим. 7000 кредитов. Маловато. Дальше смотрим. 130000 кредитов. Ну, ведерко какое-нибудь можно купить за 130000 кредитов. Но все же это такое себе. Lotus нам выпадает. Он у меня есть. 21500 стоит на продаже. Мы его продали. Смотрим дальше. 15000 кредитов. Вот 15000 кредитов. Почему? Почему не 40000 кредитов хотя бы? Это что это еще за повозка? Polaris. Продаем за 12500, значит он в магазине стоит 25000 кредитов. 100000. Неплохо. Это уже хоть что-то, на самом деле. Дальше смотрим. 30000 кредитов. Такое себе такое. 10000 кредитов. Что-то не дропает. Сейчас как дропнет, и будет хорошо. 15000 кредитов. Что-то удача сегодня не на моей волне, как я понимаю. Почти Porsche 911. Обладает повозка какая-то. Почему так выпадает-то? Я не понимаю. Дальше крутим. 20000 кредитов. Маловато. Смотрим дальше. 5000 кредитов. Вообще что-то баланс спин-офф съедает жестко, но ничего не дает. 5000 кредитов. Ну дай же что-нибудь, дай. Пора бы уже дать. 150000 кредитов. Неплохо. Вот это меня порадовало. А то все не давало. Тут хотя бы фиолетовое. Возле 190000 кредитов и 200000 кредитов. Выпало 10 в итоге. Не повезло. Дальше смотрю. 5000 кредитов. Дальше смотрим.
4000 кредитов. Ну что это такое? Нам остается меньше, чем половины спинов открыть. 27500 кредитов. Что это? И мы в итоге только выбили это одно авто и лям. То есть 1 000 000 виртов. Не везет, не везет. 20000 кредитов. Что это такое за невезение? 10000 виртов. Но это лучше, чем 5. Так что можно и порадоваться, в принципе. А, почти Форд ГТ. Ну что это? АМС. Не повезло, не повезло. Давай сейчас. Вот давай сейчас. BMW E60 выпадает. Продаем за 45000 кредитов. Дальше. А, почти Зонда выпало. 5000 кредитов в итоге выпало. Очень печально, ребят. Лотус. 65000, он у меня есть. Дальше смотрим. Ну что это? Холден. За 65000. Неплохо. Это уже лучше. Сейчас пока что не дает, не дает. Сейчас как даст. То рэк выпадает за 24000 кредитов. Мы его, естественно, продали. 2000 кредитов. Что за ужас какой-то. 5000 кредитов. Давай же, давай. 100000 кредитов. Ну, нормально, нормально. Средний выпало, короче. 15000 кредитов. Нам осталось где-то возле 25 спинов открыть. 180000 кредитов. Это уже выше, чем среднее выпало. Отлично. 75000 кредитов. Все, по-моему, все. Сейчас будет. Нет. Я думаю, сейчас будет уже что-нибудь нормальное, такое фиолетовое или синее. Выпадет, а тут зеленая выпадает. 10000 кредитов. Смотрим дальше. 5000 кредитов. Нет, я думаю, уже все фартить начало, а еще не раскрутилось. Ну почему не вулкан? Nissan выпадает в итоге. Вообще как-то такое. 10000 кредитов. Пять тысяч кредитов. Нет, нет, нет. Давай, давай. Осталось немного. Вообще немножко. 15 велспинов осталось, ребят. А еще ничего не дало даже. Толком. 5000 кредитов. У нас сегодня не выпал, это только лям. Лям это неплохо, но могло и лучше дать. Опа, Бентли Континенталь. Ну, дешево продал. Мазда MX-5. Что-то как-то такое выпадает. 180000. Я больше получил, чем за Бентли Континенталь. BMW M 6 купешка. За 60000 ее продаем. 10 спинов, ребята, осталось. 10. А мы ничего толком не выбили. 10000 кредитов. Выпадает Абар. За 17500. Продали. Давайте добьем 445 миллионов. Отлично добили. 190000. Может быть, 446 миллионов добьем. 30000 кредитов выпадает. Он может сейчас дать. За 6 спинов должно. Прям вообще должно нормально дать. 5000 кредитов.
Сейчас я очень много спинов потратил, но толком-то ничего не выпало. 200 тысяч кредитов. Отлично. Сейчас если три раза подряд хотя бы выпадет. Так, 140 тысяч. Давай, три спина остается. Нет, не выпало. Раптор выпал за 31 500. Давай, три спина. 500 тысяч. 15 тысяч выпало. Смотрим дальше. 20 тысяч выпало. И последние два спина. Пять тысяч кредитов. Опа, 445 545 000. Так, все, 100 спинов мы с вами открыли. Нам ничего толком-то не выпало. Очень печально. Но думаю, если эта серия наберет 20 лайков, то мы продолжим как бы снимать Forza Horizon 4 по открытию спинов. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Обязательно напишите, что вам выпадало с супер велспинов или велспинов обычных. Мне будет очень интересно. Подпишитесь на канал. Всем до новых встреч. Пока-пока.